Ну, и давно ты стал человеком-муравьем? Недавно. Случайно, к тому же. Я тоже хочу побеждать злодеев. Вот с победами у меня пока не очень. Просто тебя должен кто-то прикрывать. Привет. Вроде напарника. Marvel представляет. Доктор Пим, наслышан о ваших делах. Вы проникли в квантовый мир, и тут вдруг какая-то призрачная сущность украла вашу технологию. А теперь она хочет захватить мир, типа. Кто бы подумал, что в час нужды вы придете к нам. Сам в шоке. Мы же вас грабанули, помните? Вот мы. Сейчас вся надежда на вас двоих. Муравей и оса в одной связке. Давай за мной. Ну, она, в общем, немного на взводе. Давай понизу, я наверх. У меня крылья. Почему я понизу? Мы умрем! Не хочу умирать! Мы не умерли! Что я пропустил? Мы уменьшились! Человек-муравей и оса. Я был партнером Хэнка по проекту «Голиаф». И рекордный размер? Ну, в метрах 6,5. А ваш? 20 метров. 20 метров? Ну что, мальчики, мериться закончили? 20 метров.